смотрит на экране. А тот ходит последний раунд туда по парку, если ты учитель выпускаешь в обычную классу. И, соответственно, это уже совсем другие моменты. Это уже совсем другой подход, другой учитель. Учитель другие переживания. И, не дай бог, если продать мне первый балл по классу, таким образом продать мне другие учителя, он дай мне его, чтобы продать мне категорию, там, время и так далее. Тогда учитель сразу меняется, и такой мир, и не необходимо становится старше по критике, такой еще раз, это как-то очень агрессивно, надо ездить в школу. Вот, поэтому мы не пишем, поэтому мы традиционно продажа, поэтому мы зарабатываем детали. И экзамены визуализируем, да, это ты уже сказала, но экзамены визуализируем. Это либо схемы, либо вот когда мы говорим для тренера, когда мы говорим, что это не мы прям переходим через материал, установили макеты. То есть если мы записываем на себя на том результат, то вот у нас там, вот так, есть там, и прям макет делает того, что решение, которое предлагает. Конечно, предлагает он разные варианты визуализации. Это может быть человек, там схема, это может быть комикс, это может быть просто потребной сценарная визуализация, когда мы хранируем на себя какой-то прям я приеду, я прихожу, как это происходит. Как это происходит, когда мы делаем вещи, да, и так.